Так, ребята, давайте мы с вами сделаем сегодня очень маленький, но полезный тут тортик, который нам будет пригождаться очень сильно в наших различных работах. То есть, давайте мы сейчас сделаем с вами вот так. Мы с вами сделаем вазу сейчас. Вот так. Ну и для красоты потянем ее вот такую вот и сделаем. Винная такая ваза. Для вина тут, да? У меня, кстати, такая есть. Окей. Теперь мы пойдем. Выделим, скажем, револьвер, вот, карафе, по-немецки называется карафе, кувшин такой, наливают сюда, сидят от него, отливают, выпивают, сидят целый вечер. Окей. А дальше мы переходим вот сюда. Сделаем донышко здесь, это нам нужно. Ну и последнее, что мы хотим, мы перейдем вот в этот модус. И вот здесь скажем hollow, a solid. И вот она по всему сделала стеклянную. Здесь хорошая внутренняя кувшинчик получился. Мы можем, конечно, выделить эти две. Ну что такое? Окей. Видите, как это просто и хорошо, это ежели знать. На этом я пока заканчиваю. Возможно, завтра или сегодня вечером еще сделаю что-либо. Ну, а пока все.